Итак, друзья, сегодня я вам хочу рассказать, как я работаю на волне, как работают мои руки. Итак, я нахожусь на левой волне, катаюсь на стойке гуфи, поэтому я еду сейчас лицом к ней. Смотрите, когда я нахожусь на вершине, я отпускаю переднюю руку, чтобы съехать вниз. Внизу я меняю руки и захожу на вершину. Здесь снова поменял и снова вниз. Снова поменял, вверх. Для чего я это делаю? Для того, чтобы повороты получились более эффективные. Если у меня руки будут всегда на планке, то это как шлагбаум. Я не могу резко повернуть, потому что мне мешает закрытое плечо. Если я отпускаю, у меня появляется свобода. Сюда или в другую сторону. Очень важный момент. Если будете его использовать, то будете кататься по волне не змейкой, а сверху донизу. То есть использовать всю энергию волны. От начала до самого конца.